Ну что ж, и всем привет, с вами Age of Sin, и мы продолжаем проходить Half-Life 2. Ну что ж, мы, как всегда, пытаемся, как Чебурашка, найти своих друзей, поэтому я надеюсь, это вскоре случится. Так, мы уже находимся довольно-таки далеко, из оружия у нас только пистолет и... Хедшота, кстати, нету. Хедшотов в игре нет. Радует только локализация, честно. Наверное, в остальных случаях я бы вряд ли не играл. Продолжаю поиск. А локализация доставляет. Так, хорошо. С бочками мы расквитались. Кстати, пистолет 18 зарядный так и остался с первых халфы. Это довольно забавно. Вот только вот тройного выстрела, или как там, быстрых выстрелов не осталось при нажатии на правую кнопку. А все остальное, как и раньше, как и до этого. Интересно, он сам прибежит? Он же по-любому знает, что я здесь. Типа, я так понимаю, маленько считерили. Не выходя оттуда, убили двоих. Хотя я видел только одного. Это что сейчас было? Ладно. Типа, все ок. Так, еще бы я помнил, куда идти. А, не вижу прицел, блин. Меткость, что у меня, что у них, просто ахлая. Это перекрестие, не перекрестие, я вообще не пойму. Боезапас у него на исходе. Ага, оказывается, так и надо было сделать. 150 патронов для пистолета, это у нас максимум. Отлично. А какой машине ты двигаешься, я не совсем понял. Короче, Гордон Фриман стал еще более жестокий. Осуждение на месте. В смысле? Осуждение же на месте. Вы о чем вообще? Так, кышнах. О, моя любимая. Ой, 6 патронов вместо 5 потратил случайно. Ого. Да-да-да, я знаю. Я угроза любому обществу. Знаете, вам бы гранату вот дать в ваши, не знаю, что это, языки. Я думаю, будет вообще замечательно. Так вот, чем я занимаюсь. Антиобщественной деятельностью занимаюсь. Хотя бы теперь знаю. Так, понятно. Как-то не любят меня эти бочки кидать. Ну, конечно, графоний здесь намного приятнее, чем... Даже в Black Mesa, но не сильно, честно скажу, не сильно он лучше. Ничего себе, 8 патронов на одну харю. Чё-то как непривычно. Всех убили? Чё-то не всех, походу. Ой-ой-ой-ой-ой. Вай-вай-вай-вай-вай. Так, умер. Жалко, тут это не пишется, как в Black Mesa. Не знаю, там. Мужик умер там. Вартигонт, не знаю, кричит перед смертью. Булсквит воет. Все в таком роде. Так, пардоньте. Сейчас я звук уменьшу.
Все, убрал. Тут забыл опять на телефоне звук убрать. Сотрудница называется, на работе купил новый телефон. Теперь докапывается до меня в этом вайбере. Это специально прям сделали преграду, чтобы за ней прятаться. Нет, смотрите, хедшоты есть, 2 патрона всего. В случае хеда. Я пошел нафиг отсюда. Задолбали вы уже своими бочками. Чуть бы поумнее передумали. Пипец бесит. Эти бочки реально хрен поймешь. Когда они упадут, когда они не упадут. Просто внезапно и с ниоткуда по скриптам валятся. Я понимаю, если там, не знаю, какой-нибудь дрыж-охранник тащил бы их. Жутко при этом, не знаю, умирая. Со словами, ай, тяжело ты как. И при этом его успевать убивать. Вот тогда я понимаю. Тогда в этом есть смысл. А так, не знаю, вообще. Так, это дичь какая-то. И чё, 2 кирпича меня перевесят? Очень сомневаюсь. Я жирный. Я же жирный. Ну ё-моё. Кирпич, пожалуйста, иди сюда. Как же вас тут много-то надо, а? Ну шо ты отскакиваешь? Все упало и упало. Блин, да тут уже кирпичи кончились. Я все равно вешу явно, чем вот эти вот пустотелые бетонные кирпичи. Не, ну ладно, давайте все поставим. Ну типа все. Больше кирпичов я не вижу. Да мне и этого хватит на самом деле. А я говорил, что я тяжелее, чем эти кирпичи. Ладно, у нас остался 1 кирпич. А, не, 2, вижу. Надо прям на самый краешек есть. Тут, конечно, физика в нормальном понимании, как она есть. То надо прям на самый краешек. И тогда мы что-нибудь с этого и поимеем. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но где-то здесь подстава. Понятно, я с приседи прыгнул, и что-то из этого получилось. Ну, попробовать стоило. Ой. Не-не-не, пистолет явно не вариант в этой битве. Ну, прямо в жбан торчащий, нет? Или это не жбан? Черт, это, похоже, не башка была. Ну я же старался. Здравствуйте. Спрячься, пожалуйста. Ой. А чё так дико-то? Как, говорит, вам сказать, это дикость. Мама. Вся вот эту ухренакает. Так, куда мне бежать? Ну, я бы сказал так, в принципе, даже так можно особо не сдохнуть. Поэтому все довольно-таки неплохо. Эй! Fuck you! Ой. Битчес. Это ХП. А что тут какой-то обмороженный лежит? А здесь, между тем, я бы сказал, 10 минут, ой, 20 минут, которые мы обычно выделяем на видео, идут намного медленнее. И это намного приятней. Сколько же у них всякой вкусноты-то было. А я их всего этого лишил.
Так, и что вы хотите сказать? Я, конечно, могу это сломать, а толку-то от этого всего? Были, не были, вообще не важно. Ну, халфа, в принципе, всегда славилась тем, что она была прямая, как кишка. Так что, я думаю, куда-то не туда мы прийти вряд ли могем. Нет, я слишком жирен для этого прохода. Ну и для этого нам, в принципе, и не надо никого убивать. Так, пройдем. Так и знал, что тупо выход на поверхность. Но, в принципе, поверхность, наверное, та, которая мне и нужна, да? Вот скотин, нифига себе. А я думал, он не сможет так низко подлететь. Там просто зигзаг за рулем, я смотрю. Такой незаметный потроши. Так, моя же логика правильная была. Секунду. Да, 149 патронов. Ну-ка, да, 150. Все уверно. Пожалуй, вход загоражу. Чтобы никто пройти не мог. Особенно вертолет. Босс-вертолет по-любому может везде пройти. Я знаю. Босс-вертолет, он такой. Вездесущий. Пока что у нас, ну, можно сказать, миссия «Чисто убегаем». От преследования. В принципе, как в Black Mesa, мы убегаем из Black Mesa. А тут от преследования. По сути, одна фигня, да, ведь? По-моему, да. Всегда вечно от чего-то убегаем. Не наступаем, а убегаем. Союзников, как видите, пока там раз-два и обчелся. Мы встречали. Здрасте. Последним, кто здесь пройдет. Радуйся, что ты не тот, кого они ищут. У этого бедолаги вообще нет шансов. Ну, вообще-то я тот. Все подразделения ГО в Сити-17. Они заполняют каналы манхэками. Тебе надо уйти до того, как тебя начнут искать. О, черт! Слишком поздно! Что делать? О, дверь открылась. Ой, как я ненавижу эти срани. Честно, это пипец вообще. Ты же сдохла? На этот раз пронесло. Ага. Да нет, что... обращайтесь. Слушай, здесь небезопасно. Я дам тебе кое-какие припасы, а потом тебе все-таки надо будет уйти. Припасы давай. Потом поболтаем. Так, я вот увидел тут путь наверх. Класс. Сам же мост сломал. Я прекрасен. Так, это броня. Может, сковороду взять? Надо же Гордону хоть как-то, я не знаю, эволюционировать. Будет, не знаю, женщина-истеричка. Бешеная жена. А что ты мне дать-то хочешь, не понял? Мужик. Мужик. Спасибо. Со мной все будет в порядке. Ты мне что-то дать хотел? Здесь кое-что закончить. Я понял, тебе нужно помедитировать. Окей, хрен бы с тобой. Да и тебе не хворать, мужик. Тебе удачи здесь, мне удачи там. Радуды! Вы же не помещаетесь. Реально, как их ненавидел, когда первый раз проходил, это пипец. Как только я слышал вот эти звуки, мне все, мне плохело сразу же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да поздно, ты морфий вводишь. Так ведь и сдохнуть можно. Невзначай. Ты не подумаешь, и сделал в таком узком помещении взрывать все, что видишь. Ну ладно, чё уж. Уже все пройдено. О, отлично. Видимо, таких, как я, здесь был миллион. Что у нас здесь есть? Вы обвиняетесь в тяжком несоответствии. Я не соответствую, говорят. Печалечка какая-то прям. Где здесь вражины?
Я надеюсь, это не сзади меня там открыли дверь. Вот еще. Они еще и здесь. Ошалеть. О, как много патронов. Прекрасно. А, ну да, так и знал. Это тупик, короче, в итоге. То есть нам здесь делать особо и нефига. Но, в принципе, этого следовало ожидать. Да, я угадал. Они сзади пришли. Пойду-ка я вниз, пожалуй. Ой. Это что, это вы через такую щель, что ли, спустились? Ну нифига себе. О! Это уже наша вещь. Кстати, заметьте, в отличие от первой Half-Life, изменили само оружие, которое относится к автоматам. Здрасте. Вас мы пока еще не видели особо. Первая встреча, можно сказать. Конечно, патроны летят просто дичь, как быстро. Хуё! Слушай, мужик, ты меня напугал, реально. Я чё-то аж труханул. Пипец. Всего лишь какой-то пень спустился сверху. Хоррор называется, переиграл. Так, и чё я здесь имею? Ага, вижу. Это, я так понимаю, времянка, да? Понял. Нам надо потрясти здесь какое-то время, чтобы восстановить энергию. Странно, что на кислород расходуется энергия. Я думал, я сам могу сдержать отсутствие кислорода хотя бы какое-то время. Я не знаю, что эти хрени делают, но мне не нравится, что за мной следят. Не знаю, мне кажется, как-то не это. Я слишком много патронов трачу на автомат. И очень мало получается этих вражин сраных. Радуди! Я ваш дом труба шатал. Спасибо. Дверь занята. Ну, есть у меня подозрение, что мне банально вот так вот идти надо. Такое нехилое подозрение. Автомат какой-то дохленький. Тяжкое несоответствие у меня. Вот оно как. Бывает, что я могу сказать. Тяжкое несоответствие, оно такое. Что, я бесполезно сюда пришел? А, нет. Полезно. Наверное. Асоциальный. Да я просто красавчик. Асоциален. Ой, ни хрена же не видать. Отлично. Да капец, реально. С пистолета легче убивать, чем с автомата. И патронов меньше. Бочки, конечно, это читерно довольно с их стороны. Пардонте. Так и знал. Ух
ты ж ёб! Так я здесь и сдох, называется, да? Все же? Вот как я ненавидел эту миссию, я прямо до сих пор помню. Это мне реально нравилось, наверное, меньше всех. Ну что ж, а у нас тут, можно сказать, небольшой уголок отдыха. Поэтому давайте на этом серию будем завершать. С вами был Вечер Син, это была игра Half-Life 2. Всем спасибо за просмотр и всем пока!